Всем привет! Сегодня в очередной раз готовлю этот вкуснейший завтрак или ужин – панский дирун. Нам нужен картофель. Картофель трем на терке, или на средней, или на крупной. И также я добавляю сюда примерно 1/3 крупной луковицы. Тертый картофель нужно смешивать с луком, чтобы он не темнел. И дотираем оставшийся картофель. Добавляю соль. Перемешиваю. И картофель пересыпаю в дуршлаг. Нам нужно удалить лишнюю влагу из картофеля. Оставляю минут на 5-7. Можно отжать руками или лопаткой. Картофельный сок я сливаю, а крахмал, который на дне сотейника, я его переливаю к картофелю. Добавляю одно яйцо, немного черного молотого перца и копченую курицу. С копченой курицей очень вкусно получается. Если у вас нет, можете добавить обычную курицу, отварную грудку, или можете добавить любую колбаску. Добавляю столовую ложку муки, перемешиваю и можно жарить. На сковороду я добавила домашнее топленое масло. Можно использовать растительное масло, сливочное с растительным. Любое. И выкладываю картофельную массу. Разровняйте лопаткой и придайте круглую форму. Закрываю крышкой и готовлю под крышкой 6-7 минут. До тех пор, пока края у нас поджарятся. Переворачиваю я двумя лопатками. Можно перевернуть с помощью дополнительной тарелки или крышки. Закрываю крышкой и еще готовлю 4-5 минут. Попробуйте ножом, чтобы у нас картофель был мягкий. В центр добавляю немного сыра, любого, на свой вкус. Закрываю крышкой на минуту. И теперь остался завершающий момент. Сметану и посыпаем щедро зеленью. Подаем к столу. Невероятно нежный, мягкий картофель в середине с хрустящей корочкой с краю. И сырно-сметанный соус придают особую вкусовую нотку. Посмотрите, какой мягкий картофель. Готовьте с удовольствием и до новых встреч, друзья!